Армяне обстреляли Шушу ракетами «Искандер-М». Откуда они у армянской армии? Этих ракет не должно быть у них. Это уже очевидное доказательство военного преступления Армении. Об этом 12 апреля заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия парка военных трофеев в Баку. «Мы требуем ответа. Каким образом это смертоносное оружие попало в руки Армении? Мы пока не получили ответа, но получим его. Пусть все увидят Шушу, наш древний город, который Армения пыталась уничтожить ракетами «Искандер-М». Она применила их после освобождения нами Шуши. Мы располагаем достаточной информацией. Просто ждем официального заявления. Пусть все увидят, что это очередное бесспорное доказательство армянского вандализма, военного преступления», — сказал глава государства.